Сьогодні в програмі: зміна самопочуття під час вагітності, як полегшити адаптаційний період дошкільняти, чому важливо розвивати у дитини соціальний, а особливо емоційний, інтелекти, поради спеціалістів. Недаремно вагітність характеризують як цікавий стан, адже з перших днів зачаття жінка починає змінюватися та міняти свої звички. Наприклад, улюблену позицію для сну. Со временем, когда рост матки уже значительный, вот, лежа на спине, женщина ощущает давление вот этой беременной матки на аорту и на нижнюю полую вену, которая проходит вдоль позвоночника в животе у любого человека. Вот, и давление на эти крупные сосуды, они оказывают некоторое влияние. Женщине начинает кружиться голова, и начинает тошнить, сердцебиение. Все это называется синдром нижней полой вены. То есть ее нужно срочно повернуть на бочок, чтобы на крупные сосуды ничего не давило, никакая маточка ее, чтобы все там циркулировало нормально, и сразу ей станет хорошо. Женщины в большом сроке на спине практически не лежат ввиду такого вот сдавления. Они лежат на правом либо левом боку. Вот. На животе уже лежать тоже невозможно. Вот. То есть это все природно происходит, интуитивно природа подсказывает ей любую позу, как она может отдыхать. Она приспосабливается. Зазвичай жінки, яким довго не вдавалось завагітніти, надмірно прислухаються до свого здоров'я. Нужно ко всему относиться, скажем так, ну, с умом. Вот, потому что если где-то кольнуло и прошло, и больше оно никогда не возвращалось, то это не является началом какой-то болезни или состояния болезненного. Такое может быть. И в кишечнике что-то может кольнуть, и может случиться там где-то какой-то запор или понос. Ну, как с обычным человеком. То есть здесь я не вижу каких-то это. И вообще беременность-то, скажем, ну, не сказать, что там приятное состояние, да, и летом тяжело и жарко носить. Привяжите к себе вот такой вот мешок, скажем, килограмм 15-20, походите, попробуйте. Вот. Естественно, что это, ну, тошнит. Но если подумать, что это тошнит, то, что у меня будет ребенок, конечно, это все нивелируется. Ну, так обычно. В основном женщины, которые настроены вот так позитивно, они с легкостью переносят все сроки беременности и в начале, и в конце довольно-таки бегают, веселые, да, все у них хорошо. Вот. И я так думаю, что это тоже в свою очередь влияет на формирование нервной системы ребенка. Щоб не довелося за 9 місяців відчути на своєму організмі, вагітність для кожної жінки – найдивовижніший період. Вона знає, що в кінці цього всього процесу у неї буде дитина. Даже она знает, что у нее будут роды, мучительные, болезненные роды. Но она пройдет через все. Это же такой инстинкт, инстинкт материнства. Что только женщины не делали во имя ребенка. Не існує готових моделей виховання, які можна просто взяти і без змін застосувати до своєї дитини. Але все ж існують рекомендації, які полегшать адаптацію малюка до школи. По-перше, повірте в унікальність і неповторність своєї дитини. Оте, що вона ваша дитина, єдина, не схожа на жодну сусідську дитину. І не є точною копією вас самих. Тому не варто вимагати від дитини реалізації вашої життєвої програми і досягнення вашої мети. Дайте їй право прожити своє життя. Дозвольте дитині бути самою собою. Приймайте її такою, якою вона є. Спирайтеся завжди на сильні сторони вашої дитини. Не соромтеся демонструвати дитині свою любов. Дайте їй зрозуміти, що будете любити її завжди такою, якою вона є. При любих обставинах.
Не бійтеся залюбити свою дитину. Беріть її на руки, дивіться її в очі, обіймайте, цілуйте, коли вона захоче. Для виховного впливу використовуйте частіше пестощі та заохочення, ніж покарання, осуд. Дбайте, щоб ваша любов не перетворилася на вседозволеність, безоглядність. Встановіть чіткі межі і заборони. Бажано, щоб їх було небагато, лише найважливіші. Ну, звісно, на ваш погляд. Дозвольте дитині вільно діяти в цих межах. Суворо дотримуйтесь встановлених заборон і дозволів. Не поспішайте вдаватися до покарання. Намагайтеся впливати на дитину проханнями. Це найефективніший спосіб давати їй інструкцію. У разі непокори треба переконатися, що прохання відповідає віку і можливості дитини. Якщо в цьому разі можливо використовувати прямі інструкції і накази, що досить ефективно, якщо дитина звикла реагувати на вічливі прохання. Про покарання слід задуматись лише тоді, коли дитина демонструє відверту непокору. Немає потреби нагадувати, що покарання має відповідати вчинку. Дитина має розуміти, за що її покарано. Ви самі обираєте покарання. Але важливо знати, що фізичне покарання може мати тяжкі наслідки. Шановні батьки, чим більше наші старання, чим більше уваги ми приділяємо дітям, тим вищий батьківський рівень домагань, тим більша надія і бажаніша нагорода. Це відмінна оцінка вашої дитини. Соціальний і емоційний інтелекти – поняття різні, але тісно пов'язані. Если смотреть в научных как бы работах, то о социальном интеллекте начали говорить немножечко раньше. Но это не значит, что не было эмоционального интеллекта. О нем просто не говорили так много, так массово и так модно, как сейчас. Сейчас больше говорят об эмоциональном интеллекте. Поэтому мы в своей работе, да, вот я как психолог 49-й школы, мои коллеги, учителя, мы решили объединить эти два понятия, потому что формировать одно без другого, ну зачем, если можно их объединить и на уроках, в позаурочной деятельности, помогать детям формировать как навыки социального интеллекта, так и навыки эмоционального интеллекта. Всі діти відрізняються один від одного, тому емоційний і соціальний інтелекти у дітей певного віку розвиваються по-різному. Я веду кружки. Веду кружки как в 49-й школе, так и веду кружки на базе 48-й школы. Причем так интересно, что в одной школе у меня дети 9-й, 10-й классы, то есть возраста разные, а в 48-й школе у меня дети 7-х классов. И очень интересно, я когда этой темой сама заинтересовалась, как бы мне все, что интересно, я прорабатываю сначала через себя, а потом как бы предлагаю это детям. Так вот я столкнулась действительно с тем, что если социальный интеллект это более-менее понятен, тем более дети у нас в принципе большинство очень хорошо социально адаптированы, они очень быстро учатся находить оптимальные решения в тех или иных ситуациях, потому что это важно, и это вопрос выживания. А учитывая, какие скорости наш мир сейчас несет, да, что все очень нужно быстро, родители не всегда имеют возможность уделять своим детям внимание столько, сколько, допустим, даже если взять 20 лет назад, потому что нужно решать много разных одновременно вопросов. Мы очень часто, взрослые, сталкиваемся с тем, что наша профессия может становиться неактуальной, и нам нужно очень быстро осваивать другую профессию. Это тоже сопряжено с определенными стрессами и с определенными состояниями. Поэтому наши дети учатся выживать. А социальный интеллект, хорошо сформированный, он как раз способствует успешному выживанию в нашем социуме и возможность быть адаптированным в тех или иных ситуациях. Розвиток емоційного інтелекту не менш важливий, адже емоції та почуття – це те, чим ми, люди, відрізняємось від інших мешканців планети. Если мы посмотрим даже по успешным людям, которые успешны в социальном мире, они, как правило, умеют выражать свои эмоции, они, как правило, умеют свои эмоции различать, и самое главное, они их умеют контролировать. Причем контролировать – это не значит подавлять.
Потому что очень часто слово «контроль» ассоциируется со словом «подавление». Нет, в этой ситуации, да, вот конкретно в этом аспекте мы будем рассматривать умение контролировать свои эмоции. Это не значит их подавлять, а значит их адекватно выводить из ситуации. Важливо навчити дітей реагувати відповідно ситуації та контролювати свої почуття, аби занадта емоційність не зіпсувала настрою або відносини. Тоже, если понаблюдать за нашими детьми, они же очень часто гипервозбуждены и гиперактивны. Они настолько свои эмоции выплескивают на окружающих, и это не всегда правильно, потому что умение останавливать свои эмоции, умение их проявлять так, чтобы это было для тебя конструктивно, а не деструктивно, это тоже важно. Поэтому для формирования эмоционального интеллекта очень важно научить ребенка определять свои чувства, принимать их такими, какие они есть. Я уже об этом говорила, да, что важно понимать, что злость – это такая же эмоция, что гнев – это такая же эмоция, что страх – это такая же эмоция. И мы все имеем право на любые эмоции, какие бы у нас ни посещали. И важное понимание, чтобы в работе со своими эмоциями ни в коем случае их не отрицать, ни в коем случае их не подавлять. И вообще самый важный аспект работы над собой – это честность перед собой. Вот никогда себе не врите. Если у вас что-то не получается, честно себе в этом признайтесь. Это не значит, что нужно всем об этом сообщать. Як тільки ви самі собі в будь-чому зізнаєтесь, одразу левова частка внутрішньої тривоги зникає. Если человек не умеет общаться, у него постоянно вызывает это какое-то чувство тревоги, потому что общение – это важная составляющая нашей жизни. Но человек, не умеющий общаться, он может себе рассказывать и объяснять это разными-разными способами, но ни в коем мере не признается себе, что это во мне какая-то, возможно, проблема, и мне нужно ее решать. Вот одна из особенностей формирования эмоционального интеллекта – это научение детей так называемому внутреннему локус-контролю. Есть внешний локус-контроль, а есть внутренний локус-контроль, когда мы, например, любую ситуацию рассматриваем из позиции внутри себя, да, что-то происходит, потому что я себя повел вот так, вот так, вот так, или что-то не происходит, потому что я в этот момент не проявился. Это называется внутренний локус-контроль, когда мы рассматриваем нашу жизнь из позиции, что внутри меня, то и снаружи. Но очень часто люди рассматривают свою жизнь из позиции, что снаружи, то и внутри меня. Я такой несчастный, потому что у меня нет хорошей работы. Или я не умею зарабатывать, или как бы у меня не получается зарабатывать деньги, потому что у меня недостойная работа, да, там, или еще как-то. То есть мы ищем причины во внешней. Так вот, эмоциональный интеллект, формирование эмоционального интеллекта детям помогает искать все-таки причины в себе. Это гораздо проще изменить, чем менять внешний мир. Поверьте мне, еще древние философы говорили, что начните с себя. Изменить вы можете только себя. И тогда мир вокруг вас поменяется. Мир изменить невозможно. Мир уже совершенен. Мир такой, какой он есть. И это прекрасно. Учитесь в мире видеть красоту. И тогда красота будет внутри вас.